Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В этом году на дорогах Кировской области немного уменьшилось число ДТП, случившихся по вине начинающих водителей. Всего в таких авариях, по данным ГИБДД, пострадал 41 человек, один погиб. Чаще всего шоферы со стажем до 2 лет допускают такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения и несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям. Автоинспекторы напоминают новичкам, что умение быстро и адекватно оценивать дорожную ситуацию возникает не сразу, а приходит с годами. Трасса 101. Компания Havail объявила о приеме заказов на новый кроссовер Jawline «Радостный лев». Цены на автомобиль стартуют с отметки почти 1 миллион 200 тысяч рублей. Полноприводная версия обойдется минимум в 1,5 миллиона. Делают машину в Тульской области. Комплектуется она только 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 143 либо 150 лошадиных сил. Трансмиссия, механика либо робот. В базовой версии есть, например, система без ключевого доступа, климат-контроль, датчик света и дождя. Трасса 101. Обрызгал пешехода? Месть может быть жестокой, преступной. В Вологде обиженный пешеход спалил обрызгавший его Land Cruiser Prado. Гражданин, ранее судимый, выследил внедорожник, ночью облил его бензином и поджег. Автомобиль восстановлению не подлежит. Хозяйка Прадика оценила ущерб в 4 миллиона рублей. Разумеется, заведено уголовное дело. Трасса 101. В Москве скорость движения транспорта на некоторых улицах собираются ограничить 30 километрами в час. По словам представителей ГИБДД, речь идет о дорогах, где традиционно много пешеходов, велосипедистов и пользователей так называемых средств индивидуальной мобильности. Столичные чиновники вообще выступают за то, чтобы на каждой улице был свой лимит скорости. Трасса 101. Чистогор – так называется электрический мусоровоз на базе КАМАЗа, который в Набережных Челнах собираются запустить в серийное производство. Сообщается о машине немного. Известно, что запас хода у нее порядка 100 километров, что якобы вполне достаточно для коммунальной техники. Главное преимущество новинки – ее бесшумность. Дескать, люди с чутким сном могут не беспокоиться. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.